Вообще, знаки Вселенной – это очень интересная история, потому что для меня она совмещает в себе два пласта. Один пласт такой психологический, когда мы действительно берем идею, что все ответы есть внутри человека, как подход коучинга его использует, и НЛП, подход психотерапевтический, что на самом деле, когда человек задает вопрос, он внутри уже готов получить на него ответ и часто знает, какой именно ответ будет правильный. С другой стороны, знаки Вселенной – это такая очень, на мой взгляд, веселая игра с пространством, с потоком. Сейчас очень модное слово, там вот поток. Мистическая в каком-то смысле игра. С другой стороны, ну совершенно веселая с точки зрения некого квеста. Если себе представить, что весь город – это большой квест, в котором мы участвуем, который кто-то для нас расставил, то вот так или иначе, ориентируясь на знаки, мы приходим к каким-то своим решениям. И вот, собственно, что у нас будет на тренинге 29-го? Во-первых, мы с Антоном, мы разработали, собственно, эту колоду «Знаки Вселенной» как раз ровно из таких вот знаков, которые встречались нам, когда мы там куда-то шли, да, и вдруг видели вот такую надпись и понимали, о, да, точно, и там у нас внутри складывался какой-то ответ, там, например, да, или вот. И поэтому, естественно, мы сделали, когда вот такую вот себе колоду, чтобы, правда, вот, например, вот этой надписи уже нет, ее уже замазали, но когда я ходила учиться в тот двор, где она была, каждый раз я смотрела на нее и понимала, что я хожу ровно за этим. Поэтому что будет на тренинге? На тренинге мы не будем выходить в город искать эти знаки Вселенной везде, мы смоделируем эту ситуацию и попробуем, во-первых, научиться эти знаки считывать и видеть. Та обратную связь, которую мы получаем с Антоном, и на нашу колоду, что после нашего тренинга, после вот таких игр, люди реально начинают играть в игру с городом, решать эти вселенские квесты и получают от этого очень много энергии и радости. Вторая вещь – это для тех, кто занимается коучингом, для тех, кто занимается консультированием, психотерапией серьезной или просто на уровне вот какого-то такого домашнего консалтинга, для всех, кто ведет психологические игры, для всех тех, кому инструмент такой, как метафорические карты, уже знаком или интересен просто, мы, собственно говоря, дадим свои техники, авторские наши, работы с метафорическими картами по решению задач, по ведению стратегических сессий, по планированию, масса вариантов приложения по сопровождению игр, да, и по разработке игр. И вот это то, что мы будем делать с вами на нашем тренинге, и, соответственно, человек, который туда придет, он побудет в трех ролях. Он побудет то, что называется, клиентом, сможет решить какой-то свой вопрос. Ну, в самом простом виде это выглядит вот так. Типа, скажи мне, Вселенная, какие мне нужны ресурсы для того, чтобы у меня хорошо прошел тренинг 29-го? И она мне вот показывает карту, включи весну, я ее так себе называю. То есть это момент, когда условно все начнет переть после этого. Хорошо, мне понятно. Почувствует себя, это первая роль, да, в роли клиента. Вторая роль побудет в роли консультанта. Знаете, условно, гадалки. Человек, у которого в кармане колода знаков Вселенной, никогда не останется голодным. Вы можете в любом поезде, в любом городе, даже если у вас вообще нет ничего, кроме этой колоды, по крайней мере, на обед себе точно заработать по одной простой причине, потому что люди, как пела Алла Пугачева, ну что сказать, устроены так люди, желают знать, или не она, я не помню, кто это пел, устроены так люди, желают знать, что будет. И любое гадание так или иначе включает в себя элемент использования метафорических карт, он опирается на внутренний опыт человека, поэтому мы научимся, ну, в кавычках, гадать, на самом деле консультировать, используя инструмент метафорических карт. Вот вам роль номер два. И роль номер три – это будет действительно веселый тренинг, в котором мы создадим какие-то интересные групповые процессы вокруг метафорических карт, и мы просто пообщаемся с интересными, хорошими людьми. Поэтому побудьте в трех ролях. И это, так сказать, вообще такая общая штука. Это отличается от нашего бесплатного мастер-класса, который мы в «Белых облаках» проводим, ровно тем, что он достаточно поверхностный, его задача скорее не заняться каждым человеком, а объяснить принцип метафорических карт «Знаки Вселенной». Здесь мы будем заниматься уже вами непосредственно, и вот эти вам три роли все предложим, и со своей стороны с удовольствием их передадим.